Здравствуйте, с вами Big Family Resto Group, и сегодня мы с вами находимся на открытой кухне ресторана Jäger Meat to Eat на Московском 171. Сегодня вместе с вами мы будем готовить мидии в сливочно-чесночном соусе. Меня зовут Владислав, я шеф-повар брасерии Крик на Невском 47. Для приготовления мидий в сливочно-чесночном соусе нам понадобится плавленый сыр, сливки 22%, очищенный чеснок, порей, также сельдерей и тимьян и мидии. Для первого этапа нам с вами потребуются сливки, плавленый сыр и тимьян. Мы все это нагреем в нашей кастрюле и приступим ко второму этапу – добавлению мидии. Мы тщательно перемешиваем все ингредиенты до растворения сыра. Для второго этапа нам понадобятся беломорские мидии. Мы их закинем в наш сотейник и накроем крышкой на 3 минуты. Мидии являются диетическим и низкокалорийным продуктом, а также они богаты большим количеством витаминов, минералов и микроэлементов. Мы добавляем стебель сельдерея, лук-порей, мелко нарубленный чеснок. Все это перемешиваем, накрываем крышкой и даем потомиться 2 минуты. Наши с вами мидии готовы. Нам осталось только добавить соль по вкусу и сервировать. Буквально за 10 минут мы с вами приготовили аутентичное бельгийское блюдо – мидии в сливочно-чесночном соусе, которое вы можете попробовать в наших брасериях Крик. А теперь конкурс. Вы знали, что в мире находится самая настоящая биржа мидий? Первый, кто в комментариях правильно напишет город, в котором находится биржа мидий, получит от нашей компании порцию мидий размера S, которую вы сможете забрать в одной из наших брасерий Крик.